Ежегодно 28 марта во всем мире отмечают свой профессиональный праздник те, кто связал свою жизнь с исторической наукой. Есть люди, которые творят историю, и есть те, кто ее хранит. Историки ежедневно проделывают массу кропотливой работы, воспроизводят события прошлого для того, чтобы нам напомнить, с чего все начиналось. Долгое время история рассматривалась не как наука, а относилась к литературе и искусству. История – это один из важнейших предметов, она важна для сохранения памяти наших предков. В Дагестане история имеет особо важное значение, так как наша республика является многонациональным регионом. Особенно важно сохранить их историю и передать подрастающему поколению. В Дагестане этим занимались лучшие и известные историки страны – Расул Магомедов и Магомед Гасанов. Расул Магомедов родился в селении Габшима Акушинского района. Был замечательным не только как первоклассный ученый, но и человек, который не испугался давления тоталитарной системы. Он является автором более 400 публикаций, среди которых более 20 фундаментальных монографий по истории, этнографии и культуре народов Дагестана. Магомедов изучал историю восстания горцев Дагестана и Чечни 1870 года, Кавказскую войну и движение горцев под руководством Шамиля, став признанным авторитетом в этой области. Особенно для дагестанцев он запомнился своим мужественным поступком, в то время, когда тех, кто писал правду о Шамиле, о Кавказской войне, выгоняли с работы, лишали научных званий. И Расула Магомедова сняли со всех постов, лишили всех званий, в том числе и доктора наук. Официальные власти настоятельно требовали от Расула Магомедова публичного подтверждения, что имам Шамиль был шпионом иностранных государств и что написанная им о Кавказской войне – грубая ошибка. Но ученый не изменил исторической правде и не отказался ни от одной строчки в своих трудах. Особое место в истории Дагестана также занимает известный историк Магомед Гасанов, инициатор создания в Дагпедуниверситете кафедры истории Дагестана, которая ныне получила признание не только в республике, но и за ее пределами. Он автор более 500 научных трудов, в том числе 22 монографий, в которых с большой полнотой раскрыта культурно-историческая, хозяйственная и политическая ситуация Кавказа и определенных областей в исследуемые периоды. Также он является соавтором фундаментальных многотомных трудов «История Дагестана», «История народов Северного Кавказа», коллективных работ «Регионоведения», «Юг России» и многое другое. Таким образом, можно уверенно сказать, что в Дагестане достойное количество выдающихся ученых, внесших личный вклад в развитие исторической науки.